Алина уже сейчас задумывается, чем бы могла заниматься после окончания спортивной карьеры. Так спортсменка рассказала, что ей интересно попробовать себя в модельном бизнесе. Фотосессии для меня – это работа, которая приносит удовольствие. Хотя съемки с 9 утра до 8 вечера. Устаешь не меньше, чем на тренировках, но положительных эмоций все равно больше. Роль модели мне очень нравится, говорит Загитова. Чувствуешь, что стала более раскрепощенной, потому что в студии столько людей смотрит на то, что ты делаешь. Это похоже на игру актера. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, сначала была зажата и стеснялась. Я рада, что я сейчас стала амбассадором Пумы, поэтому они, я думаю, что сейчас мне помогают подбирать очень стильные одежды, комбинировать цвета. Вот, например, розовый я, ну, можно сказать, никогда не одевала. Да, правда. Поэтому первый раз. Тебе очень идет. А вообще в создании. Еще одной страстью Алины является японская культура. Алина с удовольствием дает японцам интервью, делает фото в кимоно, воспитывает собаку японской породы и с удовольствием возвращается в Японию. И на одном из шоу она попробовала трюк с самурайским мечом, и получилось. Но главной страстью было и остается фигурное катание. Было все. Слезы, обиды, поражения. Она проигрывала, но снова выходила на лед. И к 17 своим годам завоевала все титулы. И тем не менее не остановилась. Она снова в хрустальном, снова на тренировках. И, конечно же, будет радовать всех своих болельщиков новыми программами.